Так. Я не могу, что это? Ну через сколько нам выходить? А через сколько выходим? Если в 2 часа начало. Они из Анфисайн Модер Турба, это с этого блоки Мегумыч. Анфис, я тебе дала модератор, но как будет это возможно, ну, повыключай, пожалуйста, ну, вот этих людей, заглуши их. Хаинк Натану. Если не тяжело. Никак, это кто? Девушка пишет? Ну, он отвезет, да. Сейчас каких отключить? Сейчас никого не надо. Вот мужчины зайдут, вот, их просто заглуши. А, ну, пишут. Владик готов, а ты? Владик, штаны одел, кофту одел? Ну да, почти. Почти. Штаны одел, одевается. Обувь одеваем, куртки одеваем. Владик, сюда иди. Подождите. А завтра мы поставим только сохранение. Куда ты идешь? Я ее не буду заново. Не буду заново. Давай. Я поставлю на сохранение. Давай, ногу. Раз. Серёж, принеси носки, пожалуйста. Два. Носки принеси. Давай ногу, ногу давай. Ногу, сюда иди, сюда иди, сюда иди. Ну неудобно мне так. Вот так, ножку давай. Ровно стой на меня, смотри, Владик. Я не пойму, ты чё? Ну так не одеваются, я не пойму, кто так одевается? Колготки! Ну сюда иди. Колготки не надо, носки надо одеть. Господи. Рыбчика Галяник, да, Танум, ха. Тогда ему пусть оденет, сюда иди. Носки одевай. Иди кофту одену. То не больше, а поставим на сохранение. Иди сюда. Колготки. Да какие колготки, сюда иди, сегодня жарко на улице, сюда иди. Вай. Да тебе не будет холодно, мы не на улице идем, мы в здание идем. Серега, иди одевайся, отойди. Давай, там здание, Владик, ты не на улице будешь гулять, что тебе холодно будет. Мы сейчас идем и заходим в здание, и там будешь сидеть, и там не холодно. Там куртки надо сдать и остаться в одежде, а курточки надо в гардероб сдать. Только носки одевай, носки одевай. Давай, ногу, ногу давай, на меня смотри, да мне так же неудобно, ну что такое? Что за дети, а? Ну посмотри, как ухожу я его одела. Поворачивайся вот так и одевайся по-человечески. Маленький ум. Давай ногу. Ногу давай. Ногу давай.
Ты что, издеваешься, что ли? Возьми, тресни ему разочек. Сидит, уговаривает, блин. Еревей. Ой, а билеты где? Билеты. А мне надо обуться еще. Билеты, вот. Оденешь им куртки? Владик, иди обувайся. Я не удивлюсь, если ты реально не зайдешь. Че, прикалываешься? Давай. Че я там забыл? Давай. Папа! Мама говорила, что ты разрешил собаку взять какую-то. Никакую собаку мы не берем, Сережа. Нет! Помнишь, как ты... Да, ну какую собаку? Вчера. Да, я говорила, папа вообще не хочет собаку, и я никакую собаку не беру. Одевайся. Какая собака?